«Война и мир», том 1, часть 1, глава 17, краткое содержание. После еды начались карты у мужчин и пение у молодежи. Для пения не хватало Сони. Наташа пошла за ней. Соня плачет о будущем отъезде Николая, о препятствиях между ними, о ревности к Жюли Курагиной, более подходящей партии. Наташа успокоила подругу. Позже она поет и танцует с Пьером. Граф Ростов танцует с Марией Дмитриевной. Они танцуют прекрасно. И опять она заплакала горче прежнего. Наташа приподняла ее, обняла и, улыбаясь сквозь слезы, стала ее успокаивать. «Соня, ты не верь ей, душенька, не верь. Помнишь, как мы все втроем говорили с Николенькой в диванной? Помнишь, после ужина? Ведь мы все решили, как будет. Я уже не помню как, но помнишь, как было все хорошо и все можно. Вот дяденьки Шиншина брат женат же на двоюродной сестре, а мы ведь троюродные. И Борис говорил, что это очень можно. Ты знаешь, я ему все сказала. А он такой умный и такой хороший, — говорила Наташа. Ты, Соня, не плачь, голубчик милый, душенька Соня». И она целовала ее, смеясь. «Вера злая, бог с ней, а все будет хорошо. И маменьке она не скажет, Николенька сам скажет, и он и не думал о Жюли». Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.